На пешеходном переходе напротив Платинум Арены водитель внедорожника среди бела дня сбил пенсионерку. 70-летняя женщина получила перелом левой руки и была вскоре доставлена в травмпункт. Пожилой человек направлялся в офис фирмы, предоставляющей услуги связи. Она специально сделала крюк до зебры от площадки спортивно-зрелищного комплекса и все же попала под машину. Вот Ростелеком. Я ж прошла по Платинум Арене. Посмотрела, что вот, ну, видите, знаки висят. Подошла, думаю, посмотрела, что там еще, ну, видно зебру, что нарисовано. Думаю, пойду себе спокойненько. Ростелеком пришла. Не дошли маленько. Да. «Лексус» ехал по переулку от Ленинградской в сторону прудов. Хабаровчанка переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства. Водитель объяснил, что поздно заметил пешехода, потому что ему в глаза светило послеполуденное солнце. Увидев человека на дороге, мужчина попытался объехать помеху слева, так как понимал, что уже не успеет остановить тяжелый джип. Это ему почти удалось. «Лексус» толкнул жительницу Владивостокской улицы самым краем бампера. Она потеряла равновесие и упала на асфальт. Вероятно, травма руки была получена как раз в результате падения. В неприятности шофер попал накануне своего дня рождения. Не имевшему полиса ОСАГО водителю с пропиской в Новом Ургале на следующий день исполнялся 51 год. С места происшествия Виталина Кондрахина, Михаил Сергеев и Андрей Алферов.